Незадачливый рыбак подает на берег сигналы бедствия. Силы его на исходе. С приходом летнего тепла желающих порыбачить вдали от берега только прибавляется. Часто такие вылазки на природу заканчиваются трагедией. На городском пляже в Щелкове прошли учения по спасению людей на воде. Рыбаки, которые перебирают немножко, пытаются что-то поймать, в результате вываливаются. Спасательный наблюдатель замечает терпящего бедствие рыбака, дает команду. Группа спасателей определяет, какое судно использовать, так как расстояние слишком далеко, берет спасательный катер. Рыбак выпадает из лодки по неосторожности, а кто-то сам лезет в воду, не зная брода. В нетрезвом состоянии пловцы быстро выбиваются из сил и выбраться на сушу самостоятельно уже не могут. С берега за показательной операцией наблюдали десятки отдыхающих. Желающим разрешили пройти на территорию муниципального аварийно-спасательного отряда 112 и поближе познакомиться с спецтехникой и снаряжением. 1 июня у нас начинается плавательный сезон. Люди не помнят о том, что у них одна жизнь, и очень часто на пляже рискуют своей жизнью тогда, когда ее не нужно рисковать. Как лучше запомнить, чтобы не тонуть на воде? Показали пару моментов, люди расскажут другим людям, это отложится в памяти. Щелковские спасатели располагают солидным арсеналом техники и оборудования для работы и на воде, и на суше. На таком брутальном внедорожнике им удается находить заблудившихся в лесу. Наш отряд располагает практически всей универсальной техникой, все сезонные. То есть мы можем оказывать помощь как на дорогах зимой, так и летом. Мы можем помогать людям, попавшим в беду, которые заблокированы в квартирах. Мы можем пока оказывать помощь людям, заблудившимся в лесу. Щелковские спасатели – лучшие в области. Год назад у отважных сотрудников появился живой талисман – корги Маруся. У добродушной собаки много друзей в разных городах. И только самые близкие приехали в отряд с хозяевами. Тем, кто посмелее, дали поуправлять бронспойтом. Действительно тяжело, да, это очень интересный, необычный опыт, да, и поэтому интересно быть здесь, да, попробовать всю эту технику, увидеть ее, да. Мы уже не первый раз встречаемся, благодаря гостеприимству вашего спасательного отряда. Вполне интересно, весело, как и людям, так и животным. На полосе препятствий корги, смышленые собаки преодолевают различные выступы, мостики. У кого-то это получается хорошо, где-то хозяевам приходится постараться. Но в целом в этом мероприятии участвует более 30 собак. Мы удивлены, мы не думали, что будет настолько фантастическое шоу. Так шикарно, что корги – это такая порода собак изумительная. В будущем хотим завести такую. Быть у воды и не зайти в нее – такую возможность организаторы не упустили и устроили веселый корги-заплыв. Заплыв классный, вода бодрящая, супер! А еще спасатели накормили гостей пирогами, пригласили музыкальный коллектив «Фасольки» Дэша и Розума. Купальный сезон не за горами. Отдыхая у воды в шумной компании, соблюдайте осторожность. Михаил Налетов, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.